И мы продолжаем с вами разбирать тему здоровья печени. И сегодня мы ответим на самый главный вопрос. Что отравляет печень? И первым источником токсинов, который мы выбрали, будет являться группа веществ под названием ксенобиотики. Это те химические вещества, которые содержатся в воде, в почве, в продуктах и в средствах бытовой химии. Они являются абсолютно чужеродными соединениями для нашего организма. Соответственно, они не выводятся с помощью наших естественных систем детоксикации. Поэтому к нам на помощь приходит, опять же, шрот из семян расторопши. Именно в нем содержится так называемый глутатион. Именно это лекарство помогает вывести ксенобиотики из нашего организма. Слушайте нас дальше, будет только интереснее.